Вот это вот урожай 2018 года. У этого фермера из Тольятти настали сложные дни. Весь урожай погиб, убытки в десятки миллионов. Фермер признается, вовремя не обработал посевы от вредителей. Сюда вкладывалась душа, сердце, жизнь человека. В итоге большая часть посева уничтожена, но, по словам экспертов, этого можно было бы избежать, вовремя приняв меры. Сегодня существует целый ряд препаратов от различных видов вредителей и заболеваний сельскохозяйственных культур. Их предоставляет компания МТС «Агроальянс». На рынке она уже более 14 лет. У нас есть замечательные микродобрительные препараты, полученные из экстракта морских водорослей, в которых есть не только необходимые растениям микроэлементы, но и стимулятор роста, то есть два в одном. Компания также располагает собственным автопарком, что позволяет потребителям не только приобрести товар, но и сразу его забрать. Фермер из Братеевского района пользуется средствами защиты уже на протяжении 3 лет. Говорит, для хорошей урожайности идеальный вариант. Конкурентов много, но они, я говорю, тем примечают, что они сопровождают свои посевы в любое время, любой запрос, бегом привозят, сопровождают, смотрят, какая реакция. Ну, спасибо компании, молодцы. Сейчас идет активная постройка завода в Липецке. По словам представителей компании МТС «Агроальянс», там будет производство с полным синтезом средств защиты для растений. Себестоимость продукции будет в разы ниже. Не нужно будет возить из-за границы. Мы сейчас завозим из Китая, у нас там заводы свои. Вот. Но это дорогостоящий процесс. А когда завод будет на территории России, то это будет намного выгоднее и намного дешевле. И, естественно, для клиента это будет очень выгодно. Откроется новый завод компании МТС «Агроальянс» уже в следующем году. А это значит, что уже совсем скоро сельхозпроизводители смогут воспользоваться продукцией МТС «Агроальянс» и защитить свой урожай.